Всем привет, маленькие слазники Покровские, с вами Бадди, продолжаем запрограть игру под названием Elex 2, и это девятая часть прохождения, погнали. Продолжаем с вами проходить задания, все здесь с вами изучать. Ну, давайте попробуем. Сейчас я с тобой разберусь. Нормально, да? Кстати, Локса нормально прокачал. Мне нравится. Урон уже нормальный. Не такой, как раньше. Так что ништяк, погнали дальше. Какое следующее задание? Так, это все выполненные, да? Та-да. Давай попробуем выполнить. Опасный рейд. Пытаюсь истребить всех бандитов, короче. Буду, короче, всех убивать поодиночке. С лука. Если что, я потом стрелы закуплю. Ничего страшного. А почему ящер умер? Нифига себе. Ну и заодно мы, короче, осмотрим то здание. О, это, наверное, до хрена бандитов, да? Сейф. У меня лопнуло терпение. Сдох. Ты охренел? Все-таки он меня добил, да? Тварь, выбрал группировки. Ладно. Сейчас, короче, когда эту базу зачищу их полностью, да, то я полностью смотрю вот это два здания. То и этот, короче, мой план. Вот, погнали. Еще одна попытка, ребят. Мы тут такое поведение... Ну, взорвался челик. Ха-ха-ха!
Нига, крыса, падла, та еще, понял. Короче, надо сначала мегакрыску бить. Я понял прикол. Где эти мегакрысы? Суки, которые мне помешали, блять. Первый есть. И второй теперь. Все. Теперь мне никто не помешает нахрен. Уроды. Стопэ. Где труп? А, вот. Труп гнильца. Отлично. Ну и теперь давайте всех убьем там, этих мразей, бандитов. Как-нибудь уж, а? Потому что у меня есть... эти... зелья, как бы, да? Че, приступим? Ну, погоди. Взорвался дебил. Есть. Апнули уровень новый. Нихера себе. Наконец мы зарабатываем деньги нормально с убийств. Давайте посмотрим, что я там подобрал. Блин, урон 44. Получше, да? Вот сука. Угу. Так, мне бы, знаете, что улучшить? Я даже не знаю. Давайте посмотрим способности, короче. Вообще, мне бы сейчас не помешало бы, знаете что? Силу прокачать, наверное, все-таки.
Или ловкость, я не знаю. Хотя давайте для взломов замков сделаем. Давайте для взломов замков, наверное. Где там? Интеллект 30 прокачаю и... Ловкость. Интеллект и ловкость, да. Вот так вот, наверное. Применить. Так, и что дальше? Как мы тех теперь будем херачить? Также по обычному, я думаю. Так, вещи. Вот так вот. Ну, погнали. Я тебя не подведу. Жаль, что у меня, кстати, деньги не... Ну, стрелы не бесконечные. Это тоже проблема. Шестой левел апнули зато. Нормально. Нормально. Я здесь все смотрю нахрен. Все места. Нет, я не справлюсь. Жалко, конечно. Сейчас двух стрел убиваем. Нормас. Погоди, а кузнечное дело? А, сила должна быть, да? И стойкость. Ясно. Хватит. Я ему еще в голову попал. Готов. Повреден лук берсерка.
Блин. Чё мне тогда даст повреждённого брюсерка? Почти всех убил. Тут не так и трудно было, оказывается. Сука, погоди, блядь. Дебил. Пей быстрее. Чуть не сдох из-за тебя, блин. Стрелы заканчиваются, фигово. Фигово. Не жадничайте, продавайте все лишнее торговцам. Обменивайтесь там. А, это радио обычное, да? Давайте Алекс получим. Лишний. 4 штуки Алекс, офигеть. Вот там еще что-то есть, да? Вот туда сходим обязательно. Так, ладно, давайте это смотрим. С вами Герберт и Радио Арбит. Сунок с добычей, наверное, это. Если ваши припасы на исходе, и вам нужно отправить 200 опыта, да? Земли, нормально. О надежной защите. Да, крепкая броня всегда поможет. Но не забывайте про радиацию. Ну то все. Выполнили. Объявление это грёбаное. Ничего трудного. Такие вот дела. Мерим. Лом. А может быть подняться еще? Слушай. Реально, подняться можно, смотри. Мы всех убили. Неплохо.
Но фигово то, что все-таки я это... Как вам сказать? Команду как раз не прокачал. Черт! Это фигово реально. Я хочу туда направиться. Пусть тот идет нахер. Связываться не буду вообще даже. А вот вышка. Там наверху что-то есть. Это уже интересно. Получается, в самом-самом верху. Ой. Ой-ой-ой. Какой же я дебилоид. Вот я реально дебил. Вот это я попутал. Ну, если просто поднимемся, это будет достаточно. И дальше пойдем просто выполнять. Этих берсерков. Хорошо, что засейвился. Так, сейчас мы. Если я спущусь невредимой, тебе не сдобровать. Но ты, похоже, не торопишься сюда приползти. И теперь мне придется лезть на вышку и чинить ее самой. Все мужики козлы. Все приходится делать самой. Надеюсь, мое сообщение пройдет. По крайней мере, тогда не получится, что я зря надрывалась. Твою мать. Голубой Эликс? Это, походу, что-то посерьезнее. Голубой Эликс реально что-то серьезное? Ё-моё. Так, сейчас мы тут активируем вещи. Расческа. Похоже на расческу реально. Могу потом сигареты продать. Интересно. Погоди. А что я оставил?
А. Понятно. Я даже ради этого сохранюсь. Если я спущусь невредимой, тебе не сдобровать. Но ты, похоже, не торопишься сюда приползти. И теперь мне придется лезть на вышку и чинить ее самой. Все мужики козлы. Все приходится делать самой. Надеюсь, мое сообщение пройдет. По крайней мере, тогда не получится, что я зря надрывалась. Блин, как подняться-то? Твою мать. Что-то сложно на самый верх подняться. Я задолбался подниматься уже. Сука. Если я спущусь невредимой, тебе не сдобровать. Но ты, похоже, не торопишься сюда приползти. И теперь мне придется лезть на вышку и чинить ее самой. Все мужики козлы. Все приходится делать самой. Надеюсь, мое сообщение пройдет. По крайней мере, тогда не получится, что я зря надрывалась. Да. А если на спутник? Должно получиться. Задолбался я уже. Клирики Каракиса. О. Наконец. Я перелетел, блядь. За хрень, сука. Там, наверное, даже ничего не было, да? Так и думал. Ладно. Окей. Go forth и вернем. Выполним квест. Я забрал это у бандитов. Ты? Как тебе, черт подери, это удалось? Может, просто заплатишь, вместо того, чтобы вопросы задавать? Не забывайся. Вот, держи. Это тебе. И все? Тебе, да. Мне не нравится, что ты играешь в героя, хотя я тебя предупредил, что так делать не надо.
Если бы они тебя прикончили, они бы узнали, что мы объявили им войну. Так что мне все же не нравится то, что ты сделал. Я знаю, что делаю. Я тем более. Постой минутку. Мне кажется, нам представилась неплохая возможность. А, да? Вот так вот вдруг? Из чего ты думаешь, что мне это еще интересно? Ситуация изменилась. Ты будешь действовать непосредственно от моего имени. Слушайся меня, и у тебя будет столько осколков, что ты замучаешься их тратить. Ладно, что ты там придумал? Ну давай. Ты уже доказал, что способен справиться с парой бандитов. Но как насчет чего-то посолиднее? Сможешь замахнуться на большее? На очень здоровых бандитов? Да, конечно, не вопрос. Не умничай, я про тролля говорю. У этой гадины на совести трое моих лучших воинов. Я был уверен, что они смогут его прикончить. Так что мне нужен кто-то, у кого и мозгов, и силы хватает, чтобы справиться с таким заданием. Насчет Давай попробуем. Того тролля. Я этим займусь. Конечно, это тебе будет не в парке прогуляться. Если будешь поплевывать на осторожность, можешь хоть сейчас писать завещание. Но зачем я тебе это говорю? Уверен, ты знаешь, что делать. Иди и убей эту тварь. Убить тролля. Где мне искать тролля? Как я и сказал, тварь подобралась уже на опасное расстояние. Посмотри на северо-западной границе полей. Если хочешь знать наверняка, навести Астрид. Ее хижина в том же районе. Ты даже можешь попробовать убедить ее выйти с тобой на охоту. Почему твои охотники его не прикончат? Эти идиоты! Живи и давай жить, чтобы им пусто было. Астрид говорит, что мы спровоцировали проклятую зверюгу, и теперь это мы виноваты, что она беснуется. Но что нам делать? Сидеть на жопе и смотреть, как тролль заходит в ворота. Тогда нам земледельцы головы оторвут. Так что я потолковал об этом с Фенрисом и решил отправить за ним несколько воинов. И зря, как оказалось. Может и зря, но нельзя же сидеть на жопе ровно только потому, что дело рискованное. Сидеть сложа руки еще хуже. Топай, не тормози. Еще один квест, ё-моё. Тебе... Че, может попробуем тролля завалить? Ну погнали по приколу чисто. Я понимаю, что я тролль не завалю, как бы. Ну, чисто так, пофаниться. Посмотреть. На этого тролля. Вот это я разогнался, конечно. Что за странные звуки? А, это мне-то написали, понятно. Что, давайте с ней поговорим, наверное?
тестовый замок, интересно. Не вышло. А, во. О, стрела, то, что нужно. Твою мать. Мир вот-вот рухнет, а они живут себе, как ни в чем не бывало. Рехнуться можно, как посмотришь. Ладно. Но выходит, это правда. Ты принес звериные шкуры или просто видом любуешься? В любом случае, добро пожаловать. Я хочу все знать про звериные шкуры. Да. Я готова покупать у тебя и простую кожу, и плотную. И платить буду больше, чем все остальные. Ну, так что у тебя есть? У меня ничего нет даже. Так есть у тебя? Он как раз строил что-то вроде хибарки. Похоже было, что у него с собой вполне достаточно барахла. Я не удивлюсь, если окажется, что он открыл торговую палатку. И где мне его искать? Это несложно. Иди по дороге по направлению к форту. Ты его не пропустишь. Если проскочишь и упрёшься в городские ворота со стражниками, поворачивай обратно и возвращайся. Ты его увидишь. Ты меня можешь научить чему-нибудь полезному? Конечно. Охоте, например. Тебе пригодится, и мне выгода будет, если шкуры ты будешь продавать только мне. Гони осколки, и посмотрим, чем я могу быть тебе полезна. Да. Научи. Без проблем. Да. Че, мы остались такого оружия обучим, а? Давай. Ну, пока так. Дальше не буду прям жестко заходить. Как мне шкуру снимать? А, позволяет изымать части убитых животных в качестве трофеев. Нашел эту снегу. Так, ну это можно улучшить. Хорош. Ты одна тут живешь? Да, напарник мой пару месяцев назад помер. С тех пор соседняя лачуга и пустует. Можешь там отдохнуть, если хочешь. Я хочу все знать про звериные шкуры. Нехтай, да? Я слышал, тут в округе тролль хулиганит. Ты о нем что-нибудь знаешь? Да, но настоящая беда — это берсики. С троллем единственная проблема в том, что он существует. Говорят, он убил несколько человек. Они сами об него убились. Если бы они его не доставали, он бы попросту ушел. Вместо этого они накормили его своим свежим мяском, и троллю понравилась новая диета. Так ты считаешь, что он так и будет тут болтаться? Да, особенно после того, как берсерки его подранили. Теперь он мало на что способен. Мне нужна твоя помощь. С этим делом?
Нет, ты спасибо. Охренела, но помогают друг другу. Я убиваю только тогда, когда приходится. Никогда по другим причинам. Мой тебе совет. Дай ему время, и проблема рассосется сама собой. Ни одна награда не стоит твоей жизни. Кроме того, пока что он оставил меня в покое. Обычно он мирно сидит в пруду за моей хибаркой, зализывает раны. Я буду рада, если все так и останется. Но если ты считаешь, что без этого никак, я тебе мешать не буду. Ты охранил. Одно дело не нападать на монстра, но совсем другое — наживать себе врагов из-за него. Блин, жалко, конечно, жалко. То, что она мне не поможет, блин. Мне нужна помощь. Серьезно? Ах ты жопа! Погоди, это был мой опыт, сука. Охреневшая дура. Блин, какой-то бандит сильный, сука. Уродница. Альба Игнадонна. Вот это у него костюмчик прикольный. Ах ты жопа! Опять она добивается, сука. Сука, можно уже. Даже говорю, тут мое. 10 единиц дополнительных, да, забирает. Ну, конечно, что-то не видно. Ах ты жопа! Справились наконец. Ну, тот самый тролль, который я хрен победю, да? У меня лопнулось. А чё вообще здесь бандиты делают, не понимаю. Чего они здесь забыли? Вот куда мне нужно, ребята.
Может попытаться его с вышки убить, реально? Можно, кстати, хорошая идея. Я думаю, да, хорошая идея. У меня жвачки есть, надо похавать. Лук, да? Боевой лук поврежденный, правда. А, охотничий лук, он, почему со 6 урон? Да, потому что я улучшил показатели. Будем за лучника какая-то, да, в таком случае. Я его долго мочарить. Очень долго. Это жесть полная. Походу жизнь восстанавливается еще, да? Ясно. Нет, мне его никак не убить. Пошел нахрен.
Пока я с этим связываться с жуком не буду. Вот и все. Топай. Кстати, можно еще кое с кем поговорить там? Чтоб не тот пропустил, доверие берсерков. Почему бы и нет? Давайте быстренько сейчас это сделаем. Хотя нет, я передумал. Пока этого не буду делать. Надо сперва все квесты выполнить здесь. А потом уже можно выполнять. Поэтому возвращайся обратно сюда. И на этом можно заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите комментарии. Всем пока, в следующей серии будем продолжать.